Что такое бизнес-процесс? Мы часто говорим про бизнес-процессы. Что это такое и почему называется бизнес-процессом? Смотрите, в моем мире, первое, вот очень важно, бизнес-процесс – это то, что можно повторять, и то, что приходит, приводит к какому-то результату. То есть вы даете задание, сначала делаете это сами, ну, например, там, да, вы условно делаете монтаж, допустим, вы знаете, что вот вы сняли видео, у вас ваше видео весит, допустим, 1,3 гига, вы его залили на Google Drive, на Google Диск, да? Сюда на Google Диск приходит монтажер и забирает это видео себе. У монтажера есть план, да? Есть монтажный лист. Этот монтажный лист ему отдает менеджер. Монтажер берет еще упаковку, да, и берет еще видеофайлы со стока. И ваш видеоролик, вот если перевести на русский язык, то есть вы сняли свой видеоролик, вы залили его на Google Диск, этот ролик, да, и к этому ролику имеет доступ и менеджер вашего канала, да, и вы, потому что вы сюда залили, и монтажер. Но должна быть некая последовательность. То есть первое, да? То есть вы заливаете ролик сюда. Это первое. Вы залили. Второе. Монтажер получает уведомление, ну, что вы залили, да? И скачивает ролик. Третье. Вместе с монтажером получает уведомление менеджер. Да? И он следит за тем, как делается. У монтажер, четвертое, да? Монтажер берет упаковку, ну, медиа-упаковку, и плюс видеофайлы к этому ролику. Да? Пятое. Заливает, монтажер заливает видео на Google Диск 2. Во вторую папку. То есть здесь получается в работе, а это получается готово. Монтажер заливает Google 2 и менеджер проверяет этот ролик. Да, соответственно, заливает монтажер. Шестое. Менеджер проверяет ролик. И если все окей, заливает его на YouTube канал. И седьмое. Менеджер сообщает владельцу, что ролик готов. Восьмое. Владелец просматривает ролик, ну это восьмой шаг, да, и говорит все окей. Восьмое. Окей от владельца. Девятое. Менеджер размещает ролик на канале владельца в открытом доступе и начинает, то есть девятое. Размещение. Десятое, да, это оформление ролика, там, описание, теги, субтитры, да, и одиннадцатое, размещение ролика в социальных сетях. Вот это кратко называется бизнес-процессом. То есть здесь каждый понимает, что он делает, какой должен быть результат в результате этого действия, и у любой проблемы есть имя и фамилия. То есть, если где-то процесс стал, ну, условно, менеджер отправил на проверку в шестом шаге владельцу, а владелец решил отдохнуть и уехал на неделю там в отпуск, да, то потом весь процесс становится из-за того, что владелец тупит. Вопрос, кто будет за это платить. Это бизнес-процесс. Либо монтажер затупил там, да, плохо сделал, ему возвращается, мы не можем пройти, это вся цепочка стоит. Но это с большего так и называется бизнес-процессом. Так вот, в этом бизнес-процессе участвует как минимум там 5-10 человек.
бизнес-процесс. На этом уроке я узнал, что вы узнали на этом уроке про бизнес-процесс. Второе, что вы запомнили, то есть, так и, то есть вы продолжите следующие фразы, да? На уроке я узнал, что вы узнали, можете комментарий написать. Второе, я запомнил, что вы узнали, что вы запомнили, что вам понравилось, что, за что бы вы себя похвалили, может быть, вы уже примерно что-то такое делаете, да? После урока мне захотелось, возможно, вам захотелось сделать некий бизнес-процесс. Поделитесь, вот все можно разложить на бизнес-процессы. Вы делаете с утра себе омлет, это бизнес-процесс. То есть вы подходите к холодильнику, вы включаете духовой там, не знаю, там, газ, там, да, ставите сковороду, добавляете масло, это все бизнес-процесс. То есть вы, любое действие раскладывается. Думаю, что я был вам полезен, пора барабан.